Үтөк күнүнүн күндү көрөтчүлөр, эхеги бужу кускай бирини көрөгөт. Бүгүн римской католической таңара жетин тухунан иккис тахары болар. Аспыт бирегі католицизм жо кускайга кахан кайдак келбитин тухунан историяны бисибиппит, ага бүттін циркап ихинага артефактары беле сердери көрбиппит. Бүгүнгү биреге эхегіне мие үгі сентерихіне күйтер ден эреннер эбит, бирге болун. Бу таңара жетті католическая христианская итагал центра болар сакайдигер. Манна бу таңары дейтигер католической христианская итагаллар жоннор хинжаллар келеллер кураталык доктора ориентан да баллар оны таһанан өссе манна үлелир кура күлелир вьетнамдан сыйдер үлеттер хинжаллар Филиппинаттан хинжар Вехеттер келелер, кинлер бары католической вералақтыр, итағаллақтыр. Онына, оны тағынан үліңі Қотығылу федеральный университет күйеренер, омуксириттен хиджер устуденнар, католической итағаллақ устуденнар хиджерлар Африкаттан, Азияттан, оны Европада дулардан үйеренер устуденнар келен, әмем анна бұл католической таңара дейтігер хиджатшылар. Бу таңара жетигер Сахасилин филармониятын концерттери болатчылар. Онун элбек кураталык доктор айтчылар. Орган концерттер, филармония хорун концерттер, элбек курат өгеттер дагы кураталык доктор да келен бу таңара жетин билерлер, хыдялдар сөйлөйөн. Ырас сырдык үрдүк түндүктөк таңара жетигер кийрен кие кайдара санаата улар ерде кайып манда кийрен кие чумпугаларын колбура чумпугаларын дээтин өйүн санаатын сагаланан таңарага үңөн үңөн тугара көрдөн тугара бээтин тохтар уархан тохтарын сулучедерин кепсиенде бетин ихиге онна бу таңара жетсин онтон кени ити кепсенттен үңөр эттен кени мантан чепшен таккен деп мен болар манна келбетимден эме туспа историялар тияка деп мен туганан туристический тугунан директор эретим. Ар эгенден аха манна сплавтарга хеджеретим, каста да хеджебетим. Онна тенче икки тенче 16 аллака аммар үгөр сплавка хеджеммит. Бияр арай бу омук туристтерин көрсөтүпбүт. Кимдер эми сплавка хеджеребеттер. Бир туристическая группалар. Олар кетте бир тоқа аммага тоқа. Бири доктор хел битер токтамыт бири вечер дружбы ден курду оңор буп. Он костёр төгүрүчү олармыт гитараннан улан кепсеттен ипсеттен бисиен кантай жалларын тугын алдарын онны үчөбатык кепсеттен көрсөтүпбүт. Аны билбетим бол бу Словакиядан жар туристтер, волонтёрдер ба эбиттер кинлер. Аны бол кинлер орталыгар болар бу ким агабыт Петер Лоренстен барете кини миген кетте мен эмне кини кетте кепсетен шебати кепсетен кини болар кантай жар бу нени ита аспытан эмне корака үлөлүбүн олоробун корат алактан аны Халлах булакна мен курашова таңара жетер кирякын ата келе жар дейт. А. Мен болар кайдара урут акайбат мен таңара жетин вообще өйдөн көрбөт эдим. Бар аарым болду аны топтар урбат эдим. Антан ол топ. Мен рыла мен чек кирдам дим мен. Как раз баскыгыня служба болот урагыты. Кейл бақпайеті, көрбетім сақалар да балдар, нүшелар да балдар. Онына
манна хырдык бай туа хырдык бай жиякире менде манна арган тыр служба ыллылар туа библиотека книгаттан агаллар онтан агабыт боллар туа библиоттан тылетер баһарар он тутун бала чөбаз мечөлүтүн баһаран берилдер ки эхиттана олус чөдү өйдүр онтан ла мен бу ча иккете үстө онтан хеджеретим ин онтан брахандиктерге хеджеретим брахандиктерге орохосту брахандигар пасхы брахандигар эми улахаманна служба литургическая службалар булачылар онтан онна бу менин аңгыдыр хеджебин онна бу былырын былырын же католическая тагалылым бутум именно бу өйдөн баһарынан девик менак болбакыры именно бу католическая христианская итаган мияка хепти бердиммин билим анна аа билим анна хеджабын анна эти туактен бирин ханавар болдор туак ким Дмитрий Кононов сипсип сурнамалан сакасур ячит эппит тылдарын өйдүбүн кини бала маник ден эппите сака жана айы тоён таңараларын ит үэраган ис жүрактериттен ылындактарын эле таңараны билен бары кухаган жаллыктан босколонон аниттан ыраагыран Иисус сыңырар ээлээх тапталлаах сырдык кескиллээх олугар тийяктере диен эппите наачүгей ол кырдык хас бирдии католической таңара жетигер Иисус Христос битэхи каамыытын эрейденидин сырдатар он төт урухуй бар болор жокускайдагы католической таңара жетигер ол он төт урухую Сергей Иванович Авлев урухуйдабыт в 2008 году настоятель этой церкви был Андрей Порубчин. Ну вот он предложил мне поработать над 14-м стоянием вот, Христовых страстей, так называется. Да? Вот они висят да, у нас вот, на стене. Да, это вот когда его осуждают, его и на лобное место ведут, да, то есть он идет. Ну вот, вот этот крестный путь. Все эти 14, да, 14 стояний, да, то вот, в традиции католических храмов они присутствуют во всех храмах. Обязательно, да, вот эти 14, последний путь Христа. Ну, это для христиан, для верующих людей, чтобы они вот во время Пасхи, в пятницу, вот крестный ход, крестный путь они проходят и вспоминают вот этот исторический, когда Христа вели на лобное место, ну, это Голгофа, то есть это называется как бы череп, место черепа, да? Ну, так перевести, если. Ну, не каждый, получается, да, посетит Израиль, а тут он может увидеть. Ну, да, сам, да, потому что паломничество, да, с историей, с религией, с христианством, все это связано с Богом. Ну, а здесь мы видим, получается, с чего все начинается, с эскизов. То есть я начал сперва искать, в каком же мне стиле сделать там. Ну, конечно же, не икона, а вот как бы картина, да. И я вот, у меня поиски были, вот, в каком вот ключе мне начинать. Делать. В каком стиле нарисовать, да? Да, в каком свете все это подбиралось, искалось. Ну и потом вот оно само как-то так появилось и пришло вот такое понимание. То есть вот тут оно как бы связано с нашей местностью, да, вот республикой, с нашей, как бы вот католический храм здесь построили. Ну и к этой местности мы привязали, вот, и поэтому образ Христа у нас вот такого вот получился саха. Да, можно так заметить, да, кстати. Да. В этом особенность ваших картин получается, да? Да, это не только у меня, это оказывается, ну,
У каждой страны, у каждого там народа, даже в Эфиопии он там темнокожий, Иисус. В Корее он кореец там. Ага. Даже вот сейчас и в Китае он китаец, да? Ага. Тоже вот. Ну и к местности, короче, привязывают, чтобы вот народ бы как бы ближе понимал, ага, вот эту историю, ага, религии. Ну и изучал как бы, да? Тут уже вознесение ему креста. Угу. Так, он понес крест. Свой. Эта работа, кстати, она даже на выставке участвовала. Вот именно, да, вот вторая, да? Да. Тут это, древо жизни я назвал. А расскажите, вот как вы сами воспринимали, что вы хотели вот передать именно цветами или образами, или может чем-то? Да, я больше как бы вера-то она реалистична, ну, реальная, поэтому пришлось мне вот реалистичность, вот, угу, живопись такую реалистично сделать. И в то же время декоративно, где-то абстрактно, вот небо, допустим, там земля, да, оно так как-то выполнено, а, более абстрактно, в декоративном плане. Угу. И смешал две техники, в общем-то. С прихожан я прямо вот это писал. Да. Они мне позировали, да. Ой. Да. Работа где-то велась, ну, полтора года, в общем. Да, вот заинтересовало, да, кстати. Полтора года, да? Полтора года, все, да. Ну, каждая работа, каждое состояние где-то месяц мне занимал работы. В краске я, в общем, выбирал темперу, выбрал. Ага. Но она такая не жесткая, скажем. Мягкая очень, да. Ну, не жесткая, да. Это не масло, угу, не тяжелое, ну, в смысле. Ну, и иконы даже пишут темперными красками. А здесь вот Святая Вероника обтирает, не побоясь там стражей, да, власти, да, даже смерти не побоясь. Она вот прорывается и обтирает лицо. Ну, что там образ остается на платке. Вот. И таких получается вот 14, и самые такие ключевые моменты нарисованы, да? Да, ключевые. Здесь вот он второй раз вот падает под тяжестью креста. Тоже. А здесь вот, вот с плачущими женщинами встречается он, иерусалимскими женщинами. И тут можно, вот, ну, как вы сказали, это вот с людей все срисовано, да, да, вот говорите. Очень жизненные такие, да. Сахавыт сиригер орган музыкатын бөре таңара жетегер истеққа хэп. Бұ ауыз арым олыған инструмент кихи ұйылғатын күджік тағаны тарьер ораты тэстақ білдер органиғынан Иоган Себастьян бағы атты хасып. Онтан білеген беге бұ инструменты ғынан сихили органистан бәліттен бесеқпет. Лариса Алексеевна, здравствуйте. Я сейчас вот в приятном волнении таком, потому что всегда вот хотела вообще узнать про орган побольше, потому что это очень мощная, такая удивительная, мне кажется, музыка. И сейчас я стою рядом с ним. А ну, для начала давайте с вами познакомимся, Лариса Алексеевна. Сколько лет вы уже вот играете на органе? Ну, я не могу сказать, что я органистка. Я пианистка, да, я музыкант, я могу играть. Но я не профессиональный органист. Просто тут клавиатура, в принципе, такая же, как на фортепиано. Поэтому мне не трудно играть, потому что я профессиональный пианист. Да? Обычно как бы на местах всегда играет органная музыка, и все прихожане, ну, вместе со мной поют. Я как бы сопровождаю. Хор, да? Такой, да? Ну да. Не то, что хор, но как бы пока до хора у нас далеко, но наши прихожане и священники на мессах поют. Вот это как бы очень хорошая составляющая вообще любой службы, мне кажется, потому что эмоционально очень помогает прочувствовать. Лариса Алексеевна, а вот я всегда думала, что орган это совершенно что-то другое, потому что там и клавиш больше, и система другая. Можете мне, пожалуйста, немножко рассказать, познакомить? Вы знаете, угу, орган, его же называют королем инструментов. Да. Да, потому что в нем собрано верно огромное количество разных тембров. И поэтому как бы раньше орган считался как бы музыкой власти, можно сказать, mm-hmm, потому что, скажем, одни императоры посылали в дар другим императорам, королям, вот как ценный mm-hmm подарок орган. Но история уходит вообще в далекие времена, потому что ему уже насчитывается около 28 веков, фактически, да? Mm-hmm. Но он не был
таком виде, как теперь. Ага, ну это была просто, да, скорее. Как бы родоначальница считается органа, флейта пана. Это были такие тростниковые трубочки, которые крепились вертикально рядышком и обматывались там тканью или кожей. Вот. И как, ну, разные длины они были, угу. Поэтому они издавали разные звуки. А, ну, тут вот. Тоже можно заметить. Здесь да. Тоже у нас есть вот эти вот большие трубы, ага. Это низкие звуки, ага. Да, вот эти вот толстые. Вот тоже. Эти вот уже средний регистр звуковой, а вот там самые высокие. А, там тоже да. Вот у нас отдельная система целая. Да. Ну вот видите, я вообще удивлялась, как тут вообще все сложное. И вообще вот орган называется клавишно-духовым инструментом, потому что звук нагнетается через воздух. Нам, конечно, проще, потому что тут подвязана электрика. А раньше, скажем, до, ну, в средние века там, это все нагнеталось вручную. Это было вообще, конечно, очень сложное. Да? Ну да, получается воздух. Так, потому что каждый звук, он подкреплен к определенной трубе. Вот наш орган, он небольшой, даже можно сказать, что он маленький, потому что в нем всего 1150 труб, да, вот больших, средних, да, маленьких, да. А сколько же и больших? Всего два мануала, вот верхний мануал, средний, да. Угу. Еще есть вот нижняя клавиатура, да, то есть это вот нижняя педальная клавиатура, ножная. То есть играют ногами тут. Отличные звуки, когда вот слушаешь. Я не пользуюсь ножной клавиатурой, потому что я не умею. Вот. А вот эта клавиатура мне знакома, как у фортепиано. Да? Но их два. Но у нас только да. Два, но бывает до семи. И вот так вот играет, и вот так вот. Да, вот. Поэтому... Но те, конечно, громадные, до 6000 труб. Если тут 1150, да, труб, то до 6000, да? Вот, представили даже вот. Сложно. Ну. Вот, включая кнопку, и включилась электрика, то есть уже можно играть. Да, вот, скажем, вот этот регистр, он звучит так. Звучит, да? Здесь уже по-другому звучит. Ага. Тут уже. Ох ты! Просто потрясающе. Я вот недавно получила. Из Турина, от мальчика, который у нас служил, семинарист, практику проходил, он прислал кусочек службы из церкви, храм даже, называется Мария Помощница Христиан, это вот Салезианская церковь. Вот. И я когда послушала, какие там звуки, там, наверное, точно 6000 труб, было ощущение, какой ты маленький человечек перед лицом Бога, вот какой-то такой глаз Божий, прямо такой гром звучал, да? Я поразилась, потому что я до этого как бы всегда считала, что раньше вот орган звучал вот так прямо, ну я потом сыграю, да, кусочек, как глаз Божий и призывал человека к страху. Да, да, но величие такое, могущество. Величие, могущество, да, и он все может. А когда я пришла в эту церковь, то я узнала, что Бог нас любит, что Бог – это любовь, и поэтому мне больше нравятся вот эти вот регистры. Такие спокойные, красивые, нежные такие, да, потому что это вот Бог – любовь. И, в принципе, я не использую вот эти вот устрашающий регистр, потому что хочу, чтобы это наполнялось спокойствием, любовью, да, теплом, вот, а не страхом. Огромное количество разных тембров. Фактически здесь можно услышать все духовые инструменты, потому что он клавишно-духовой инструмент. Точно так же он можно услышать, как звучит как рояль, да, вот, как флейта. То есть такое множество тембров, поэтому это, мне кажется, орган вообще благодать для композиторов. Можно сочинять все что угодно, потому что очень такая удобная и клавиатура, и множество тембров. Да. На фортепиано, конечно, нет такого богатства, хотя тоже он отличный инструмент, и тоже как бы богат, возможностей много, да? В католической церкви
Орган включили в богослужение в VII веке. Угу. Да, в VII веке при папе Виталиан, по-моему, так его звали, который включил в свои службы звуки органа. Да. Вот. Потом, скажем, в нашей церкви тоже же своя история этого органа. Да? Это подарок, благотворительный жест Салезианской общины Словакии. А они, в свою очередь, получили этот подарок. Даже это, я не знаю, как подарок можно считать, просто им передали на их баланс вот этот орган немецкой фирмы Romano Seifert, по-моему. И там долго думали, что с ним делать. Хорошо, у нас тут служил отец Петр Бицак. И он сказал, давайте в Якутск отправим, давайте в Якутск отправим. Ну и решили подарить нам орган. Но кто откажется от такого, да, инструмента за бесплатно, фактически благотворительный жест? Вот. И вот так и этот замечательный орган оказался здесь. Я-то думала, когда его привезли, я думала, что он старый очень. Я думала, ему лет 100. Он так выглядел лет на 100, наверное. Потому что трубы были не покрашены, они были такие коричневые, матовые какие-то. Вот. И я подумала, что, наверное, это времен ар-деко. Вот. А потом я узнала, что это современный, в принципе, орган. И он когда в 1960 году был вот построен. Да, да? В принципе, 60 лет. Да? А я-то думала, что уже, наверное, 100 с чем-то с лишним лет. Вот. Но он, оказывается, совсем молодой. Современный. Даже моложе, чем я, надо сказать. Вот. И когда этот инструмент привезли, он в контейнере стоял несколько лет, 2 или 3 года на улице. Потому что как раз шло строительство храма, и нашему настоятелю было некогда им заниматься. Да? И вот когда пришел отец Иосиф, он его сразу из контейнера перевел сюда на хоры. Он год лежал, и вот в 2011 году приехали мастера, собрали его, настроили, и был демонстрационный концерт, такой даже не концерт, просто демонстрация органа. И мы думали, ну будем мы, прихожане, но Валера Шадрин и тут поспел, он такую прямо объявку дал в городе, концерт, первый концерт, органный концерт, и тут народу столько набилось, вообще мы... У нас тогда не было ни стульев дополнительных, ничего. Люди прямо стояли, слушали. И вот играл молодой, вот сейчас, наверное, он уже органист, Игорь Иваненко. Он тогда учился в консерватории на органе, учился играть. Ну и вот. И его нетрудно было оттащить от органа. И самое интересное, что у нас шикарный звук. Вот все, кто приезжал из органистов, они все отмечают, потрясающий звук у органа. И как раз вот он по звуку и вообще по параметрам подходит в нашу церковь. Идеально. Значит, судьбой было, да? Да, вот это сама, просто, да, прямо, мне кажется, что точно Божий промысел, что мы получили такой орган шикарный. Ну, спасибо большое вам, Мария Алексеевна. Было очень интересно и познакомиться, и узнать вообще об органе, об этом удивительном инструменте. Ну и на этом наша передача подходит к концу. И в завершение, Мария Алексеевна, я не могу не попросить вас немного сыграть на органе. Хорошо. Это вот произведение Баха из кантаты 17, называется «Мой Бог дает мне благодать». Да. Вот. И вот это вот тембр такой, да, а вот, скажем, у Баха еще есть совсем другой тембр.
который часто используется.